каждому тому по дому. Так начинается предисловие к новой серии книг Николая Гребнева. Журналиста, издателя, писателя, в этом году отпраздновавшего свое 70-летие. Итог творческой жизни – три родных дома. Издательский, литератора и городской дом детской и молодежной печати, который откроется в следующем году. Он с детства полюбил шуршащие страницы книг и уже тогда решил, станет писателем. И с тех пор никогда не жалел о своем выборе. Чем бы ни занимался в жизни, преподавал ли, работал телекорреспондентом, все обогащало его чуткое к впечатлениям сердце, давало пищу для размышлений. Не скромничаю, одно из достоинств моих, как человека творческого, это слово правды. Вот стремление показать правду, как она есть. Настолько жизнь интересна и насыщена событиями, что не надо искать ничего выдумывать, только повнимательнее присмотрись. И ты увидишь столько прекрасных людей, столько ярких событий. Николай Гребнев издал десятки произведений, стал обладателем многих премий. А в подарок к 70-летию к ним прибавилась еще одна – медаль Василий Шукшин. Николай Иванович Гребнев – один из самых замечательных русских прозаиков. В чем-то он близкий по традиции, по каким-то таким вот художественным свойствам Евгению Ивановичу Носову. Издатель, публицист Николай Гребнев проявил себя и в общественной деятельности. Все это, конечно, отнимает много времени и сил. Порой и рассказ написать некогда. Так что большая часть сборника создавалась во время редких больничных отпусков. И это открыло Николаю Ивановичу простую истину. Слово – вот лучшее лекарство. Тарас Степаненко, Ангелина Рязанцева, Максим Леонов, телеканал «Сейм».